все стараются как-то осовременить героя, смотрят на голливудские персонажи, а там они все-таки совсем не нашего поколения играют. Но такое поколение сейчас нужно, чтобы они понимали, что им доносят. Поэтому, конечно, хотелось бы что-то в какой-то степени, может быть, вспомнить, вот, но не яро это преподносить в настоящее время, потому что нужно двигаться вперед, а каждый год, каждое будущее, оно иное.